Привет, дорогие мои, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dark Souls. В последней серии мы убили Квилак, паучью ведьму. Это был очень сложный и очень затяжной бой. Теперь в результате мы нашли свою богиню, приняли ее вероисповедание. Теперь мы служим вот ей. Это, конечно, было странно, я действовал наугад, и мне это ничего хорошего не дало. Будем надеяться, даст хотя бы что-нибудь плохое, потому что я люблю всякие неожиданности, приятные и неприятные. Вообще люблю, когда игра удивляет. После того, как мы убили Квилак, у нас теперь 20 тысяч душ, давайте-ка мы прокачаем скорость, прокачаем силу, прокачаем выносливость. Да и, в принципе... В принципе, будет нормально, я думаю. Вот у нас все души ушли. И теперь я поздравляю вас, у нас 34 уровень. Так, хорошо. Оттуда мы пришли. Что у нас тут? Давайте посмотрим. Вообще, этот путь скрытый. То есть, найти его сокровище. Какое нахрен сокровище? Нет, что-то не открывается. Блин. А может мне эту пиромансию, которую она мне дала? Ну, я просто, по-моему, не могу ее брать даже. Потому что я, честно говоря, не помню, куда ее ставить. Ну-ка. Может сюда? Нет. Нет, ее надо изучать. Я вообще магию не учил. Я не поклонник магии в большей части игр. Единственное, Диабло мне это нравится. А так, мне больше нравятся быстрые, подвижные персонажи. Вот именно такие, не обвешанные броней. Это то, что мне нравится, мой стиль игры. Так, теперь давайте посмотрим, что у нас дает вот эта вот кнопка. А, это не кнопка даже. Ну ладно. Так, тут у нас еще был проход куда-то. Там были реки лавы. Мне, надо сказать, это все не очень понравилось. Так, а, вон она. Вообще, по-хорошему сейчас нужно использовать... Ой, какое тут свечение непонятное. По-хорошему мне нужно сейчас использовать косточку, довернуться к ближайшему... А, нет, к ближайшему костру я не смогу вернуться. Потому что я уже использовал тот костер. Так что, если что, офигеть, мы еще ниже спустились. Мы под Блайттауном. Это уже натурально ад какой-то. Это что за хрень там такая? Так, этих ребят мы не трогаем. Офигеть. По-моему, про это место мне рассказывали, что оно уже финальное, одно из финальных. Ох, там в пропасть льется лава. А, то есть сюда пока идти смысла, похоже, нет. Но давайте попробуем, возможно, я ошибаюсь, это не то место. Так, ну они, я не думаю, что меня должны атаковать, потому что я принял их религию паучью. Я, по крайней мере, так думаю. Так, как мне спуститься? Чего вы молитесь тут? Офигеть, это что такое? Это какое-то строение, вокруг него лава. Блин, вот за что игру можно похвалить? Это все-таки за дизайн, согласитесь? Вот в какой еще игре увидишь вот такую? Это как колокол огромный или купол какой-то. Что это такое? Поросший корнями. Его огибает река лавы. Натурально, филиал ада, да? Так, а куда я иду вообще? Так, ребята, вы... Что-то вы мне Silent Hill напоминаете, какие-то вы жутики. О, там дверка, похоже, да? Куда я иду вообще? Что это такое? Так, но если я сюда пойду, то мне придется пройти через эту дверь. Видимо... Кто это, тварь, что ли, непонятный? Там какой-то Диабло местный тусует за поворотом. Чего я бы не хотел... Да, это именно то место, про которое мне рассказывали. Я не думаю, что мы пока сдюжим здесь. Мне говорили, что сюда
имеет смысл идти, когда мы возьмем то ли кольцо, то ли щит. Короче, какой-то элемент брони, который будет нас защищать от лавы, и мы сможем по этой лаве бегать вон туда вглубь. Так что давайте-ка мы пойдем. Я даже не знаю, честно говоря, как мне вернуться сейчас. Так, сейчас мы пойдем в более спокойное место, внутрь забежим. И там я посмотрю этот Homeward Bone, кость. Она возвращает к ближайшему костру или она возвращает к костру в Firelink Shrine, то есть в самом начале, к самому основному костру. Так, вот тут уже можно посмотреть. Душа Квилак, для чего же она нужна? Возвращает к последнему костру, у которого ты отдыхал, да. Нет, мне придется, похоже, пешком всю эту дорогу проделать назад. Это печально. Это довольно-таки серьезный путь такой. Мне, похоже, придется обратно идти через Blight Town, что ли, я не знаю. Я думал, вот этот вот мостик меня как-то... Ой, мостик, говорю, лифт как-то поднимет. Кроме того, у нас там какая-то странная дверь. Так, давайте еще раз быстренько туда сбегаем. Попробуем ее долбануть. То ли дверь, то ли что, но... Что-то тут определенно есть. А, тупик написано, понятно. Значит, ничего нет, да? Сокровище. Какое нахрен сокровище? Че ты меня тут по ушам едешь? На тебе минус. Так, ну, видимо, тут все-таки больше ничего нет. И вообще, зря я сюда заходил, по большей части. Но богиня, по крайней мере, у нас есть в этой игре своя богиня. Уже приятно. Так, давайте пойдем наверх, посмотрим. Возможно, мы какой-то лифт тут пропустили. Я сделал это. Радуется. От этого щита можно избавляться, потому что больше таких ядовитых локаций, как я посмотрю, тут нет. Так, попробуй. Зачем мне пробовать какие-то атаки? Я ее убил уже. Так, подожди. А почему это появляется тут, если мы тут уже, по идее, как есть, уже после победы? Нет, похоже, придется мне шпилить обратно туда, к этому лифту. Это печально. Ну ладно, блин, какая большая была локация. И все равно на ней не хватало места, чтобы драться с Квилак. Настолько она поливала своим этим огнем. Так, блин, ну нет тут обхода, что ж поделать, ребята. Я не буду это вырезать, потому что вдруг по дороге что-нибудь интересное случится, верно? Так, что пишете? Relations. Опасайся босса, попробуй человечность. Так, тут наши ребятки молятся. Наши. Пауки, ненавижу всяких пауков. Такая пакость. Представьте вот сейчас, что вот, скажем, вот из этого прыщика полезут тысячи мелких паучков. Это, ох, пакость. Ой. Так, сейчас мне нужно по большей части просто вернуться. Но если меня убьют, то я вернусь к тому костру, который позади нас. Так, я даже не буду больно-то спасаться от этого яда, потому что он все равно не успеет меня убить. Он очень медленно снимает здоровье. Так, давайте поставим Эстус Хваски. Ой, какая тормозная локация. Офигеть. Так, хорошо. По идее, мне можно сразу подниматься. Но при этом велика вероятность того, что те три типа наверху меня убьют. Поэтому лучше давайте-ка мы сначала добежим до бонфайра нашего местного. А потом уже оттуда будем танцевать дальше. Так, давай. Вылазь. А вот ты. Смотри, первый раз меня долбанул за долгое время. Так, и тут еще один дружок должен быть.
Ладно. Мы справились. Остальное уже мелочи. Осталось просто выбраться. И вон там еще ништячок лежит, конечно, его бы взять. Пока мы здесь. Может, сходим, возьмем? Как думаете, ребятки? Давайте сходим. Давай. Не хочу вступать в жижу пока раньше времени. Так, комарики. Скоро я про вас забуду, как про страшный сон. Это как после экзамена. Все, волнение прошло, и уже на расслабоне. Так, а тут что лежит? Тут я не был. И тут сейчас три, по-моему, будет сразу этих тварей. О, хорошая душа. Так, минус один. Комарик где-то над нами. А вот катан очень хорошо их рубит, у нее вертикальные атаки, по большей части. Они как раз чуть-чуть выше нас летают. О, еще комарики. Так, где я видел, тут ништяк лежал. То есть ей легко по ним попадать. Так, ладно. Ищем дальше. Тут уже, по-моему, территория пиявок. Ой, слышу противный комариный писк. Так. Большая душа. Сразу две большие души. Они, по-моему, каждая по 2000 душ дает. Так, что у нас тут еще есть? Давайте сразу исследуем локацию, потому что больше я сюда возвращаться не собираюсь. Мне, честно говоря, бесит эта тварная локация. Хуже, по-моему, еще не было. Так, пиромансия. Ух ты, ух ты, сколько всего. Так, ладно. А ты запаришь. Что у нас здесь? Здесь у нас... А что это у нас здесь такое? Твою мать, я думал, сейчас локация закончится, а тут... Подожди, нет, я как раз-таки туда подхожу, да? Вон там логово... Логово Квилак, если я все правильно понимаю. Нет? Да, это она. Так, ну что, тогда давайте выбираться. Там еще где эти, где пиявок много было, под мостиком корнем лежало что-то, но, в принципе, я думаю, да пофигу, ладно. Давайте выбираться нахрен из этого богом забытого места. Так, сейчас яд пройдет, и мы восполним здоровье. Там наверху будет три здоровяка, при том, что каждый из этих трех здоровяков по отдельности может меня запросто убить. Поэтому, если сейчас меня убьют, вы не удивляйтесь. Это дело обыденное в этих местах. Очень уж они непростые при всей своей внешней неповоротливости. Здоровье сшибают только так, и очень быстрый удар у них. Так, хорошо. Сейчас опять комарик меня беспокоить начнут, но я стараюсь убежать от них. Так, хорошо. О, блин, как я рад выбраться из этого места. Первое место в игре, которое мне не нравится. Ну, то есть оно нравится вот именно тем, как оно проработано, но мне тут никогда уютно не было. Скажем, в Ландетбурге как-то было просто красиво, там любовался видами. В глубинах, там, в канализации, там было противно, но при этом графически красиво, блестящие стены. Ну и стиль там вообще чувствовался во всем этом.
Здесь просто пакостно вообще совершенно. Какое-то все мокрое, мерзкое, какое-то гниющее, пакостное совершенно. Ох, пакость. Так, ключ. Ключ мы уже взяли давно. Так, ну что, дружок, сейчас мне главное не свалиться. В основном мои смерти были именно из-за того, что я падал. Скотина. Так, пока ты встаешь, мы полечимся. Скотина. Ну что ж с тобой не так? Как я и говорю, твари крайне непростые. Вы видите, да, что творят? Так, я, пожалуй, знаете, что сделаю? Я не буду тратить на них время, я мимо тех двоих просто пробегу. А потом они... не смогут за мной гнаться, короче говоря, там узкий мостик. Просто да ну их нафиг, они меня задолбали, их уже раз 100 убивал. Так, все, отстали. Наконец-то. Так, ну что, я думаю, в этой серии, что там у нас по времени-то? В этой серии мы доберемся до кузнеца. Хотя зачем нам кузнец? Ну, короче говоря, все равно доберемся до того места и в следующей серии пойдем уже в открывшуюся башню, которая раньше была закрыта. Не знаю, посмотрим. Я думаю, что нас там ждут, как обычно, очень гостеприимно, как все в этой игре. В этой игре нас любят, любят убивать нас, по большей части. Эта серия, по большей части, была такая рутинная, в ней мы проходили по старым местам, исследовали, конечно, вот этот непонятный ад какой-то. Давайте попробуем подраться с скелетами, кстати говоря. Сейчас мы сядем на костре, и пока мы тут поблизости, давайте попробуем их на зубок. Возможно, они сейчас уже для нас стали... Так, у тебя нет Firekeeper Soul. Где мне ее взять-то? Я не помню, честно говоря. Не пишите в комментах, я ее сам найду. Вот такого рода спойлеры, не знаю, нужны ли они вообще. По-моему, нет. Так, давайте присядем сюда. А, кстати, мне починиться надо. Надо, я много всякой фигни крепко стучал. Да, Дрейкс Ворд он. Кто мне говорил, что он крепче, я не знаю, как вы смотрели, но... Как вы видите, за период пользования он повредился 10 раз сильнее, чем у Чигатана. Возможно, я что-то делаю не так, и вы правы, но пока что я не заметил, что он намного крепче, чем у Чигатана. По-моему, Чигатан гораздо крепче него. Так, дружок. Ты кто вообще? Я не помню. А, ты выбрался? Я тоже выбрался. У меня есть моя пиромансия из Великих Болот. Подожди, это тот маг. Я могу поделиться с тобой спеллами. Так, как ты ответишь? Ну да. Ну а ты как думал? Я на грани. Короче говоря, он спросил, как ты относишься к магии. Уважаешь ли ты магию? Я сказал ему, что нет, не уважаю я магию. Это что за хрень? Но на него не целится, он, видимо, мирный, что ли? Привет. Это ты по колоколам звонил? Змея, короче, какая-то. Близкий друг великого
лорда Гвина, избранный, неживой, который... Ой, я, короче, запутался. Тут довольно непростой такой русский язык. Я вам потом объясню, что он говорил. Избранный, говорит, нежить, что-то тебе был какой-то знак, ты его понял? Возможно, я неправильно перевел, извините, в данной игре я с переводом очень долго парился, я делал субтитры, когда у меня было на них время. Потому что здесь старый английский, я его наполовину не понимаю. Но давайте наугад ответим, давайте ответим yes. Very well. Then I am pleased to share. Chosen undead. Your fate is to succeed the great Lord Gwyn, so that you may link the fire, cast away the dark, and undo the curse of the undead. To this end, you must visit Anor Londo and acquire the Lord Vessel. Короче говоря, он сказал, что мы должны победить всех, зажечь огонь таким образом и загнать тьму из этого мира. Для этого нам нужно в Анор Лондо какой-то попасть. Еще что скажешь? Скормить вещь, скормить большой титанитовый осколок. А зачем это мне? Давайте-ка, ребята, знаете, как сделаем? Я ему начну что-то кормить в следующих сериях. Когда посмотрю, мне давно советуют зайти на Вики раздел по Dark Souls. Ну, в гайд, короче говоря. Чтобы понять некоторые вещи. Я, конечно, люблю слепые прохождения, но в данной игре просто очень многие вещи не понимаешь, они проходят мимо тебя. Но пока что, короче, я пренебрегу его услугами. Но как бы там ни было, в последующих сериях почитаю ваши комментарии. Да просто в интернете посмотрю, что да как. Так, и тут в итоге у нас большие скелеты. Ну, не такие уж и большие. Так, ну что, дружок, иди ко мне. Посмотрим, на что вы способны. Да сдохни ты, мать твою, за ногу. Так, 50 душ. Смотри, что творит. С этими скелетами, надо сказать, я справляюсь. Но тут еще большой ходил. Он с ним, возможно, будет потяжелее. Ну, как бы там ни было, давайте осмотримся. Тут мы во время записи еще ни разу не были. Так почему бы нет? Кладбище, так сказать. Кладбище. Вон там еще один лежит. Большая душа, потерявшейся нежити. Давай, я жду. Скотина. Не самые простые противники, но далеко не самые сложные. По крайней мере, раньше они меня натурально убивали, рвали в клочья. Сейчас я им могу противопоставить силу своих ударов. Так, это что за спуск? Тут еще куда-то ведет, что ли, дорога? Офигеть, тут сколько ходов. Так, понятно, сюда мы пойдем, но сначала мы убьем всех скелетов наверху. Я хочу им отомстить за свое трудное детство, так сказать. Так. Ребятки. Так, мне нужно отступить на лестницу, потому что только так можно будет справиться с ними со всеми. Ох, офигеть. Ох. Надо было вообще туда отступать. Так, пока у меня есть шанс, потому что тот большой застрял.
Да вы задрали уже, честное слово. Так, ладно, я живой. Ты большой и страшный скелет. Смогу ли я с тобой что-нибудь сделать? Конечно, смогу. По одному, вы издеваетесь. Ладно. Так, ну я им неплохо отнял своим ударом, так что я думаю, у нас все получится. 18. 103. Еще что скажешь? Да. Нет, все, они уже слабы для меня. Ну то есть вот все вместе они меня только что чуть не убили, конечно, но по одному это уже не противники. Раньше и по одному меня даже самые примитивные скелеты убивали. Это время прошло. Звейхандр, двуручник. Звейхандр. Так, тут что? Я с двуручником бегать не буду, ребята. Простите меня. Бинокль. Зачем мне нужен бинокль? Чтобы смотреть даль. Чтобы смотреть даль, у меня есть лук. Так, встанет, нет кто? Встанет. Причем здоровяк. Неплохо, но я думал, будет страшнее. Так, ничего не дашь. Ладно. Ты, копье. Но пока что все. Не сказать, что больно хорошее. Красивое какое-то надгробие. А тут огромное надгробие. Возможно, это как раз тот скелет, который против меня сейчас воевал. Гигант какой-то. Так, ну что, здесь больше ничего. Давайте сбегаем вниз. В принципе, на эту серию хождений, я думаю, хватит уже. Так, главное не упасть сейчас, это будет обидно. Куда идет эта дорога, интересно? Это что за крипта? Катакомбы. Так, мне кажется, или он сильнее тех, что наверху были? Сложно сказать. Так, нужно ли мне идти сюда? Это что за хрень там такая? Тихо. Так нечестно, слышь? Что за катакомба? Я так понимаю, я сюда сейчас пойду, тут еще огромная локация будет, да? Да, я так и подумал, что ты... Да ты запаришь вставать. Валим, да что ж такое, блин, я не ту кнопку нажал. Чисто моя вина. Во-первых, я не посмотрел, что он еще раз станет. Во-вторых, просто, короче говоря, сглупил, неправильно себя повел в битве с ним. Надо было блоки ставить и время от времени отмахивать его. А я начал кувыркаться, при том, что у меня жизни мало было. Ну ладно, короче говоря, мы посмотрели эту локацию. А то, что меня убили, это ничего удивительного. В этой игре постоянно убивают, так что не удивляйтесь. Ладно, я думаю, на этом мы завершим эту серию. В следующий пойдем в ту открывшуюся дверь, посмотрим, что нас ждет там. Могу сказать, что что-то, блин, тут столько мест, куда можно пойти. Надо будет какую-то последовательность выбрать. Еще мне знакомый сказал, что ворон, который сидит где-то вон там, вон он, если к нему гнездо наверх туда забраться, то можно лечь, короче, там рядом с яйцами, и он в итоге отнесет нас обратно в Undead Asylum, в начальную локацию. Типа там тоже интересно.
Возможно, этим мы займемся в следующей серии. Возможно, пойдем в ту дверь. Но как бы там ни было, это будет в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.